К другим темам. Архангельские таможенники проверили одну из торговых точек на наличие контрафакта. Непосредственно интересовала продукция компании Apple. Стоит она недешево, а подделки встречаются часто. Проверка началась с контрольной закупки, после чего в дело вступили полицейские и инспекторы таможни. Контрафактных яблочных смартфонов и планшетов обнаружено не было, однако ревизоры уходить не спешили и заинтересовались аксессуарами для электроники. Речь идет о чехлах для мобильных телефонов и планшетов с логотипом компании Apple. Поводом для проверки послужило заявление от правообладателя. В результате мероприятия было изъято 117 единиц товара. Контрафакт это или нет, и платить ли предпринимателю штраф установит экспертиза. Всего в прошлом и этом году архангельской таможне изъято 164 товара с признаками подделки. Возбуждено 4 дела об административных правонарушениях.